Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим вкусные заварные сырные палочки. Готовятся они очень легко и быстро, а самое главное из простых ингредиентов. Поехали! Берем 250 мл молока и выливаем в сотейник. Добавляем сюда 80 грамм сливочного масла и ставим на огонь. Доводим массу до кипения и всыпаем 120 грамм муки и быстро завариваем тесто. Завариваем тесто до тех пор, пока оно не начнет собираться в комок и легко отходить от стенок. Тесто готово, перекладываем его в миску и даем немного остыть. Тесто остыло, начинаем вводить по одному 3 яйца и хорошо перемешиваем. Добавляем 120 грамм сыра, любого полутвердого, и хорошо перемешиваем. Тесто готово. Перекладываем его в кондитерский мешок с широкой насадкой. И отсаживаем на противень, застеленный пергаментом, палочки желаемой длины на небольшом расстоянии друг от друга. Сверху сырные палочки присыпаем кунжутом. Можно использовать любые травы, специи или даже морскую соль. Отправляем в духовой шкаф, разогретый до 180 градусов, примерно на 25-30 минут. Мягкие внутри, а снаружи с хрустящей корочкой. Сырные палочки готовы. Остужаем и подаем их к столу. Приятного аппетита!